вступила в строй первая очередь Кудряшовского свиноводческого комплекса Новосибирской области, рассчитанного на содержание 108 тысяч свиней. Создаваемые на промышленной основе, такие предприятия позволяют широко применять механизацию и автоматику. Благодаря этому 1400 животных находятся на попечении всего лишь одного человека. Теперь профессия животновода тоже стала индустриальной. Бывший слесарь Владимир Уколов, окончив курсы, получил специальность оператора технологических линий. Выгоды животноводческих комплексов очевидны. Себестоимость их продукции в 1,5-2 раза ниже, чем в обычных хозяйствах. Специализация и концентрация производства – магистральное направление дальнейшего развития сельского хозяйства нашей страны, так сказано в постановлении Центрального комитета партии.